С сегодняшнего дня каток на запасном поле городского стадиона закрыт для посетителей до приведения льда в нормативное состояние. Как отмечает пресс-служба Березняковской администрации, информация об открытии катка будет размещена дополнительно. В настоящее время ведутся работы по повторной заливке льда. Отметим, что в социальных сетях березняковцы уже жаловались на качество льда открытого катка практически сразу после начала его работы. Маршрут поезда «Таврия» Симферополь-Екатеринбург продлен до Перми. Поезд из Симферополя в Пермь будет отправляться по четвергам и воскресеньям и следовать через Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск и Екатеринбург. В обратном направлении поезд будет отправляться по вторникам и пятницам. Первый поезд «Таврия» отправился в Симферополь накануне. Время в пути от Перми до Симферополя составит чуть больше 3 суток. Длина маршрута – 3824 километра. Пассажиры могут выбрать плацкартное место или купейное. А на Яндекс.Картах появилась возможность посмотреть панорамы жилкомплекса «Любимов». Теперь прогуляться по Строгановскому бульвару, улицам Ростовская, Прикамская и другим можно, сидя в своем любимом кресле. Удобный панорамный обзор позволяет путешествовать по новому жилкомплексу и рассматривать многоквартирные дома, школу, детский сад. Панорамные снимки были сделаны в летний период, и с того времени многие объекты продвинулись в строительстве, однако представление о расположении жилых домов, дорог и тротуаров с помощью Яндекс.Карт можно получить полное и достоверное. Новости коротко подготовил Андрей Фадеев.